Всем привет! Вы на канале Гараж28. Сегодня в ремонте телевизионная приставка и сам телевизор. Честно говоря, в ремонте не уверен, потому что я не телевизионщик и не микроэлектронщик. Поэтому, быстрее всего, нам не удастся починить ни то, ни другое. И сегодня, наверное, только начну, а продолжу уже на следующих выходных. Итак, вот эта приставочка рабочая, вот эта приставочка не рабочая, и телевизор тоже не работает. Сейчас все включено в сеть. Телевизор включен. Обычно на переключение канала нажимаешь, он срабатывает. Но он не работает. Кнопка включения тоже не работает. Кто-нибудь скажет, так у тебя батарейки сидят. Лайфхак для всех, кто не знает. Допустим, у вас есть пульт, и он вдруг не работает. Как проверить, что в нем рабочие батарейки? У вас же дома мультиметра нету. Просто берете свой телефон, включаете режим камеры и направляете пульт в камеру. Видите? Камера видит инфракрасное излучение. Человек не видит. То же самое, следующий пульт. Это Ориент. Светодиод мигает. При этом, если смотреть, вы не увидите этого мерцания. Это видит только камера. Итак, Ориент. Ёшкин, так вот включился. Хрена себе. Ладно, с телевизором непонятно какая-то. Все равно придется, наверное, разобрать, почистить, продуть. Пульт Ориент. Приставка Ориент. Там что-то мигает, но она не срабатывает. Так, это от китайской приставочки пульт. Китайская приставка работает. Нет сигнала, я забыл воткнуть антенну. Первый канал. Итак, телевизор работает. Займемся сегодня тогда приставкой. Телевизор оставим на потом. Ни разу, кстати, не разбирал телевизионные приставки. Впервые в жизни открываю. Да и вряд ли я там что-то пойму. Единственное, что на первый взгляд можно проверить, это предохранитель. Но там какой-то диод мерцал, поэтому быстрее всего предохранитель целый. Ну, вот вижу вспученный конденсатор, его аж изогнуло. Можно попробовать его заменить. Давайте попробую вытащить все. Итак, единственное, что можно действительно здесь сделать, это попробовать заменить вот этот конденсатор. Это 1000 микрофарад на 10 вольт. Быстрее всего, вот, видно, как он спучился, да? Ну, камера не фокусируется, вот. У него аж верхнюю часть выжила полностью. Сейчас его выпаиваю и попробую поискать подходящее что-нибудь. Ну что, конденсатор заменил, полярность соблюдал. Конечно, мне не нравится, что все конденсаторы болтаются, но попробуем, соберем, проверим, возможно, даже заработает. Блин, заработало. Смотрите, замена конденсатора помогла. Да, это, кстати, банальная неисправность. Зачастую бывает, открываешь какой-то аппарат и думаешь, блин, глаза разбегаются, хрен знает, что здесь там делать. А потом смотришь, блин, и кап вздулся. Меняешь, и все работает. Ну что, собираем обратно, ставим крышку, тащим обратно телевизор и проверяем. Итак, ориентовская приставка работает. Заново прогнал настройку всех каналов. Был маленький сюрприз. Первый канал. Так надо было не бабочку. Второй канал. Тем более, что вас двое. Тем более, что в какой-то степени вам легче. Вы друг друга. Третий.
играться, по-видимому, этим и были. И так далее. Проверять не стоит. Видно, что все работает. Еще трем шайбам в исполнении Сакари Манина. Все дело было вот в этом конденсаторе. Производитель Ксанда или Ксунда, не знаю, 1000 на 16. Видно, что у него верхнюю часть выжила. Он вышел из строя. Просто заменил конденсатор, и присадка работает. Получается, быстрее всего по питанию просадка была, что диод загорался и тут же газ. На этом на сегодня все. Телевизор оставим на следующий раз. Как-нибудь потом с ним повозимся. Видео не показано было, но когда его включаешь в розетку, он где-то пару минут не реагирует, а потом включается. То есть такое ощущение, что прогревается, хотя он не ламповый. В общем, его тоже будем в ближайшее время ремонтировать. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про лайв-канал, сейчас там более-менее активно стало. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Инстаграм. Ссылочки, как всегда, в описании под любым видеороликом. На этом все. Как всегда, всем всего самого наилучшего и всем пока.